В последнее время очень распространено такая стезя в рукоделии, как изготовление румбоксов. Румбоксы – это миниатюрные кукольные домики. Для игрушек, для кукол, может быть, как макеты они бывают в старинных викторианских стилях, в стиле шеби-шик, очень модные, очень востребованные. Вот, сегодня мы будем делать небольшой кукольный домик румбокс из фанеры для девочки, для кукол, для игрушек. Для этого нам понадобится заготовка из фанеры, мебель кукольная, разные декупажные карты, клей, краски акриловые. Подготавливаем выкройки для кукольного домика, то есть надо измерить длину, ширину. Накладываем декупажные карты, измеряем, что у нас подходит, какая из них на стены, на внутреннюю часть. Теперь можно приступать к обклейке нашего домика. Для этого мы используем клей. Самый простой обычный клей ПВА подойдет. Есть клеи для декупажа, но они немножко дороже. Наша наружная часть домика обклеена декупажными картами. Теперь можно приступать к внутренней. Мы подобрали для пола карту с таким рисунком под паркет на стены. Что-то нежное, как обои. Надо соблюдать правила, чтобы было чисто, чтобы не оставалось подтеков. Излишки клея убирать. И пузырьки, которые образуются при наклейке бумаги, чтобы они расходились, разглаживать их как следует руками, чтобы потом впоследствии при высыхании не было складок. Мы обклеили наш домик, теперь нужно дать ему как следует просохнуть. После того, как он просохнет, мы его покроем акриловым лаком для закрепления всего нашего рукотворчества. Интерьер у нас для кукольного домика готов. Можно теперь заселять его какими-нибудь своими домашними любимцами, любимцами ваших детей, дочерей. Кукольные домики – это один из вариантов прекрасных подарков для девочек, для маленьких. Для больших они служат как напоминание о прошедшем детстве, а для маленьких – для игр.